Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по крану возвращения легендарного House of Crypto. Если кто помнит, был раньше такой кран добрый. Значит, ну давайте начнем с формы регистрации. Если кого заинтересует, пройдя по ссылочке в описании под видео, у вас появится как бы окно такое, введете просто свой email адрес. Далее вам откроется форма регистрации. Регистрация очень простая, проблем, думаю, не возникнет. Логин, email, пароль. Ну, там, не помню, надо галочку ставить или нет. После чего попадете в кабинет, тут главная страничка наша. Так, друзья, и что? Мы здесь собираем коины. Да, я вчера очень поздно вечером регистрировалась, и мне только сегодня, когда я вот зашла в кабинет, нужно было подтвердить электронный адрес. Потом вам придет, как бы у вас будет оповещение, вам не дадут зайти. Нужно будет пройти по ссылочке и подтвердить адрес электронной почты. Ну что, значит, мы здесь собираем коины. Значит, у меня баланс 85 коинов. Это равно 31 сатоши биткоин. Это наша главная страничка. Значит, так вот она выглядит. Мы собираем коины, а коины конвертируются в различные криптомонеты. Сейчас переведем на русский и посмотрим. Сегодня задачи, доступные задачи 57. Значит, ну, реферал по нулям. Монеты, заработанные сегодня от меня, 12 коинов этих я заработала. Далее, что здесь есть, можно зарабатывать на коротких ссылок, джунгли, афервалы. Ну, я их не люблю, я их не прохожу. Ну, дальше, стена киви, это задание тоже. Я, в общем, решила зарабатывать только вот здесь, претендовать. Значит, мы нажимаем получить награду. Как всегда, у нас реклама. Опять спускаюсь ниже. Get Reward. Таким вот образом мы будем собирать монетки. Здесь бывает, нужно будет капчу разгадать. Ну, там такая капча нетрудная. Там XX0. Потом, ну, такие, знаете. Или цифры, в общем. Ну, бывает и без капчи. И все. И вот моя сумма увеличилась. У меня было 12, стало 25. И у меня теперь вот 35 сатошиков этого биткоина. Далее зарабатывать, как я вам говорила, уже на шорт-линк. Мы проходим. И, ну, я вчера пробовала, как бы. Здесь вот у меня по нулям. Здесь тоже нажимаем. И проходим эти короткие ссылки. Вот. Это у нас что? Это у нас здесь задание выполнять нужно. Я не лезу. Это афервал. Тоже я не лезу. Мне это не надо. Так. Далее кививал тоже задание. Друзья, я сюда не лезу. Я вот если зарабатываю вот на главной страничке, ну, может, иногда в короткие ссылки залезу. Вот. Значит, рефералы, вкладочка. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. И вот здесь далее мы опускаемся. Здесь history, профиль. В профиле у нас нет ничего. Ну, здесь что? Имя пользователя и почта. Как бы еще в разработке. Но выход и
Все. Значит, и нас интересует вывод. А, да, вывод, друзья. Самое интересное. Смотрите, здесь очень много криптовалют. Вот у меня 98 коинов этих монеток. И здесь у нас уже идут, смотрите, биткоин кэш, блэккоин, биткоин, биткоры. И у нас вот эти 98 вот у меня коинов, да, они, смотрите, конвертируются сразу в криптовалюту. Вы можете на любую вывести, да. Вот, например, у меня на 98 монет этих, сколько здесь, 1163 биткоин кэш. Такая сумма блоккоина. 35, ну здесь вот показано, да, биткоинов. 35 биткоин сатошиков. Далее биткоры. Вот такая сумма. Ну вот это если красным горит, я думаю, что это вроде как и недоступно пока что. Дикбуты. Тоже вот сумма такая. Так, догикоин. Можно вот один догикоин. Можно долги выводить. Так, Ethereum Classic. Далее просто Ethereum. Хора токен. 7 токенов. Так. Лайткоин, перкоин, трон. Тоже хорошая монетка. Monero и Zcash. Вот такие тут монетки. Я хочу проверить на вывод. Давайте я выведу биткоин. Чисто так. Посмотреть. Так. Сейчас я поставлю на паузу и скопирую адрес биткоина. Так, я скопировала. Нажимаю на вкладочку WinRAV. Вы же, если будете выводить, можете на любую валюту, какую вас заинтересует. Я чисто для видео биткоин сейчас выведу. Значит, сюда мы прописываем адрес кошелька. Вставляем. Значит, минимум я могу вывести 20 коинов. Это 7 биткоин сатошиков. Самое малое, типа того. А это у меня стоит лимит. Так. Реклама. Кто бы сомневался. Сейчас я опять зайду. А чего я? Вкладочку обратно. Тут такие рекламки появляются. Значит, вот это вот у меня лимит. Я могу сегодня вывести как бы 279 биткоин сатошиков. Значит, прописываю опять валет. Адрес привязанный к микрокошельку Faucet Hub. Так, здесь у меня уже по умолчанию стоят мои коины. И вот 35 биткоин сатошиков. И вот такая капча бывает, появляется. Значит, что у нас? XO, XO. Это что? Это вот это. Так. Не вижу я. Вот это. И это. И нажимаю WinRAV. Вот видите, зелененьким загорелось вот в правом нижнем углу. Значит, денежка отправлена. Так. Я возвращаюсь в Home. Так. Обратите внимание, вот в адресной строке идет отсчет времени. Вот 6 минут опять. Клейм каждые 20 минуток. Так. Переходим в микрокошелек Faucet Hub. Я перезагружаю страничку. Сейчас я ее перезагружу. И, пожалуйста, вот у нас BTC Faucet Crypto. Так. 35 сатошиков. 34 секунды назад прибыло на микрокошелек Faucet Hub. Кран платит инстантом. Все замечательно. Так, возвращаюсь. Далее, что еще, друзья? У нас здесь как бы статистика идет. Вот это у нас
уровни, чем больше уровень, тем больше мы будем как бы зарабатывать. Переход на следующий уровень. Вот у меня 33%. Значит, вы должны заработать вот 12 EXP, чтобы перейти на следующий уровень. Тут как бы и бонусы какие-то даются, в общем. Ну, как и в том Фауса Крипто в прошлом. Вот такой вот кран, друзья. Кому интересно, пользуйтесь, платит. Выбирайте любую криптомонету. Работаем и выводим денежные средства, монетки наши. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.